Привет снова, друзья. Каждый раз с вами здороваюсь и каждый раз пишу видео за то же самое, за ту же самую дату, вот, так сказать. Хоть и вечер уже, но все равно прикольно. Вот, можно сказать, что только приехал с Геленджика, но не только. Уже побывал на Прохоровском пляже, там над ним, над Прохоровским пляжем снимал видео для вас. Ну, есть на канале. Потом на дачу ездил, тоже кусочек там заснял. Вот, и, в общем, море сегодня спокойное. Люди вот, наверное, были днем. Надо посмотреть стрим Дениса. Был ли Дениса стрим? Сейчас ехал с дачи, увидел Дэна. Остановился, странный он какой-то. И остановился он, посигналил ему. Он повернулся, посмотрел и пошел дальше. Вот, я начал его догонять, короче, ну, задом сдавать. Сигналить, он, не останавливаясь, пошел дальше опять. Ну, думаю, может, просто не узнал, какие могут быть между нами обиды, непонятки. Вот, ну, вот так вот. Ну, ладно, чё ж, неважно, что там он. Может быть, он что-нибудь подумал. Может быть, на своей волне. Вот, в общем, красота, ребята, в Архипке. Два дня почти меня не было. Ну, такая вот, такая судьба, наверное, потому что пришлось покататься. Один день ездили в Краснодар, другой в Геленджик. Вот, ну, я так вам говорю, как своим, в общем-то. Море, песок, как писал Эдгар Аллан По. Стою на берегу морском. И что-то там прибоя нежный гром. И что моя рука не может удержать песка. Это не я, не я написал это стихотворение. Это великий американский поэт написал, Эдгар Аллан По. Поэтому не причисляю к своим произведениям. Ни в коем случае. Ну, очень красивое произведение. Вот такая вот обстановка, ребят. Уже светится жемчужина. Живое пиво. Люди сидят и на берегу. Отдыхают вот здесь вот. Ладно, друзья, вот такая вот у нас сегодня погодка. Классно. Море сливается, видите, с горизонтом. Прикольно. Ладно, всем пока, друзья. До завтра уж. Завтра уже никуда не еду. Вот поэтому выйду, наверное, где-то с утра к часу дня. Всем пока-пока, друзья.